Привет, друзья! Перед вами самый настоящий индуктор от старого телефонного аппарата, который обладает поистине феноменальными свойствами. О этих свойствах мы сегодня с вами и поговорим. А для начала расскажу о том, что делать, если вдруг у старого телефонного аппарата оборвался шнур связи. Ну, не у трубки, конечно, а тот шнур, который идет от аппарата к аппарату. Как это можно было исправить? Конечно же, надо соединить провода, то есть сделать скрутку, изолировать их желательно. Но что, если проводов не хватает и зачистить провод вы не смогли? Вот как тогда поступать? Или надо сделать все быстро? У нас два оборванных конца, и нам надо срочно обеспечить связь. Вот эти старые телефонные аппараты, с которыми многие знакомы, хотя бы даже по моим роликам, обладали поистине уникальным свойством. Вот эта трубочка, питаясь от напряжения батарейки в 1,5 вольта, еще раз подчеркну, в 1,5 вольта этот аппарат питался, могла вести связь очень на значительные расстояния и при этом даже по одному проводу. То есть один провод заземлялся, а другой провод соединялся и можно было разговаривать. Разговаривать громко и не рядышком, а именно на большие расстояния. И когда я рассказал о том, как соединяли мы курсантами провода для того, чтобы была связь по-быстрому, мне сказали, что да, был такой метод, и он был в принципе возможен. То есть, если был обрыв провода, можно было, не особо зачищая провода, закопать его в землю лопатой, прикопать и сверху помочиться, чтобы получился электролит, либо просто мокрое пятно, вот, в которое эти провода окунаются. И тогда связь обеспечивалась, это было на конкретном примере, то есть мы это сделали, у нас это получилось, но, как сказали мои зрители и читатели моих статей, что такая связь по мокрому пятну или по мокрой земле, ну, во-первых, она возможна только если земля вокруг сухая, а пятно мокрое достаточно, а во-вторых, только для разговоров по трубке, то есть вызов электрический на звонок не проходил в этом случае. И сегодня я намеренно вознамерился эту ситуацию перед вами разыграть. То есть мы уже не будем проверять телефонную трубку, а мы проверим, сможет ли вот этот вот индуктор, будучи соединенным всего лишь одним проводом, звенеть, ну, а точнее звонить в звонок, если мы оставшиеся оборванные провода макнем просто в воду. Доказать, что это не рассол, я не могу. То есть, ну и я не говорил, что в принципе можно было использовать только чистейшую пресную воду, которую лили на сухую грешную землю. Нет, я такого не говорил. Я говорил, что мы зачистили провода по-быстренькому полевку, вот, сунули в землю и пописали сверху. Вот что я сделал прямо сейчас. Смотрите, у меня проводочки сунуты и даже вот не глубоко в эту воду, потому что тут воды не хватает, всего лишь вот такая вот дорожка. И теперь давайте посмотрим, зазвенит звонок, если я буду вращать ручку индуктора, или не зазвенит. Давайте вот так поставлю. Вращать индуктор мне придется двумя руками, так гораздо больше шансов, что меня током дернет. Вот, и давайте так вот, чтобы и вам было видно, и мне было видно. Подвинем. Так, вращать немножко неудобно. Где там лужа? Вот, в лужу я попал, хорошо. То есть, ну, возможно, это стол так сильно трясся. Но давайте мы в воде. Да, вот этот вот проводочек не очень в воду заходит. Давайте вот так вот хорошенько. Вот так вот воду здесь соединим, дорожечку. То есть, вот по такому тонкому слою воды я передаю электрический сигнал, который способен вот этот вот звоночек раскочегарить. Вот, посмотрите, провода ничем не замкнуты. Это, по сути дела, заземление. Пресная чистая вода, она, конечно, гораздо хуже проводит ток, чем соленая. Поэтому давайте сделаем еще более честно. Возьмем солоночку и будем считать, что я имитировал то, как мы курсантами это дело сделали. То есть, типа, это наш пот, да. Вот присолим эту дорожку и посмотрим, что теперь произойдет.
Ну, тут, извиняюсь, с электролитом звонок идет на ура. Тут даже объяснять ничего не надо. Вывод. То есть то, что с помощью старого телефонного аппарата можно было разговаривать всего лишь по одному проводу, сие есть факт. А то, что даже на электрический звонок от индуктора, старого индуктора, разработанного специально советскими инженерами, женщиной, можно передавать сигнал на электрический звонок даже через чистую воду, а я пробовал именно чистую воду, хотите верьте, хотите нет, у кого есть такой индуктор, можете проверить, а остальные пусть там хоть как это самое обдоказываются. Если присолить чуть воду и сделать ее хотя бы немножко электролитом, то и ручку индуктора сложно вращать, и звонок звенит, конечно, буквально сразу, как будто бы его соединили проводами. Сопротивление этого рассола практически нам никак не мешает. При этом я мог сделать какой угодно длинный провод, но моя кухня не позволяет растаскивать эти агрегаты слишком далеко. Да и в кадре они тогда смотреться не будут. А пока полюбуйтесь феноменальным индуктором, так как с феноменальными его свойствами вы уже познакомились. На этом все. Пока. До следующих встреч.